Я получила двойку. Окей, подучи и исправь потом. Тебя вызывают в школу, я себя плохо вела. Окей, когда прийти? Я не буду убираться у себя в комнате. Хорошо, твой выбор. Главное, чтобы удобно было тебе. С тобой все нормально? Да. Ты не кричишь на меня. А зачем кричать? Ну, ты обычно орешь и ругаешься. Я обычно спокойная и милая. Когда ты выводишь меня, тогда кричу и ругаюсь. Сейчас ты мне спокойную информацию донесла, я спокойно вынесла. Выслушала. Круто!